Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу вам рассказать про новый гаджет, который я себе приобрела. Это будет гаджет-триммер. Вот такой вот я себе приобрела. Смотрите, какая красота, да? Искала я самый легкий. Этот весит, по-моему, 2 килограмма 100 грамм. Но он действительно вместе с аккумулятором, он, правда, не тяжелый, легкий. У него мощность небольшая. Всего 800 оборотов. Это не такой триммер, с которым ходят все, прям вот-вот-вот-вот, ходят-косят. У меня была задача для триммера. Ну, так как я все-таки девочка, я не хотела покупать тяжелый. Бензиновый он тяжелый, потому что там бак, и потому что там наливаешь бензин, и туда наливаешь бензин, и он, соответственно, уже тяжелее становится. Электрический я не хотела покупать, потому что все время ходить с проводом получается. А для триммера, мне кажется, это не очень удобно. Какая цель у меня была? Почему я именно такой выбрала? Мне нужно было привести в порядок дорожки. Вот я вчера показываю вам. Видите, одну дорожку уже в порядок привела вечером. Тест-драйв делала. Вот. А сейчас утром. Вот, пожалуйста. А сейчас утром я начала приводить порядок. Боже мой, уже и дерутся. Начала приводить порядок вот эту дорожку. Вот видите у меня чего? А меня прям ужасно, безумно раздражают вот эти дорожки. Вот. А так как у этого триммера радиус небольшой, я искала без лески, я искала... потому что леску я видела, ко мне ребята приходили косить, они постоянно леску срывала, и постоянно... Они ее меняли. Думаю, нет, так дело не пойдет. Буду искать с ножами. Вот у меня в комплекте вот два вот таких ножа. Видите, железных. А есть еще круглый диск. Вот. Я еще даже его не пробовала. В принципе, даже вот с этим вот. Еще какие-то есть пластмассовые, но не знаю. Я в них не очень верю, потому что при таком обороте... не знаю, будут они рубить, не пробовала. Меня, в принципе, даже вот эти ножи устраивают. Вот. Ну что, достала я свои сапоги в цветочек. Вот. И вот сейчас я вам покажу. Вот видите, даже вот этот вот слив, если бы был диаметр больше у триммера, то было более... Ну, мне кажется, это проблематичнее. Во-первых, это тяжело держать, да? А я же покупала для себя. Вот. А нам же чего полегче, да? Девочкам. Вот. Раздражает, причем это только меня, по-моему. Поэтому я и купила себе. Работает прям вот... у него два аккумулятора, у этого триммера. Вот я сегодня... Получилось, но я как-то уже залезла даже на газон. Газон, вы видите, у меня трава не такая уж и высокая. Где-то высокая, где-то не очень. Вот. И у меня получилось, одного аккумулятора хватило на 20 минут. Ну что, пошла поставила тот аккумулятор на зарядку. Сюда поставила. Заряженные, которые я их вчера оба зарядила. Вот. Ну и вот вам сейчас покажу, насколько я в 8 часов утра вот решила сделать себе такую небольшую, выйти и сделать небольшую зарядочку. Вот. Сейчас, ой, одной рукой вот я не знаю, как мне вам показать. Ну ладно, сейчас попробую. Не такой уж он и тяжелый, сейчас попробую. Видите, шумит он не так уж и громко. Поэтому надеюсь, что меня соседи не сильно возненавидели. Вот.
И вот так вот потихонечку вот это вот все дело я хожу и себе вот это вот все рихтую, срезаю. Видите, смотрите, какая красота, правда? Вот я вам сейчас одной рукой это все просто показываю. Сама снимаю, сама показываю. Поэтому, если у вас такие будут проблемы, все. А то шумит, я думаю, что вы меня не слышите. А если у вас такие же проблемы, да, которые вы не знаете, ну, в принципе, можно это все прополоть. Да, но это же опять все история на коленках, да, и что потом будет с вашей спиной, с коленками, я не знаю. Поэтому мне уже, конечно, сильно нагибаться мне не очень хочется. Поэтому я так думаю, я не думаю, я уверена, что он справится со всеми дорожками, просто нужно будет больше значительно времени, но у меня и нет желания вообще целый день включать и просто тупо ходить с ним работать. Поэтому вокруг грядок, вокруг даже каких-то цветочков он вполне справляется. Даже могу вам сейчас показать вам, как он косит траву. Ну, давайте вот здесь, наверное, покажу сейчас еще. Вот. Он даже с травой справляется. Но большие площади, конечно, просто не хватит заряда аккумулятора. Посидите, видите? Все замечательно, но не с травой хорошо справляется. Одной рукой мне очень удобно показывать. Да. Ну, надеюсь, вы поняли. Вот такой я гаджет приобрела, и вполне я им довольна. Может быть, еще посмотрю, куплю, так как у нас площадь все-таки большая, да, и если у меня будет прям вот желание сильное, то, может быть, я даже еще куплю, вот есть точно такой же, тоже маленький, небольшой, но с колесиками. Может быть, даже такой куплю. Я думаю, что они будут аккумуляторы взаимозаменяемые. Я уже искала, смотрела. Есть колеса съемные, в принципе, можно снять. А можно и так оставить. Ну, вот если я сейчас идеально все выкашу вот этим, да, а потом вот этим вот на колесиках, не знаю. Буду проходить просто на колесиках. Может быть, тоже будет эффективно. Вот. Вот видите, вот такую игрушку я приобрела. Он маленький. Модель, я не знаю, есть ли смысл рекламировать, но я думаю, что можно найти самый маленький триммер, да, самый легкий триммер, как-нибудь попробуйте, забейте, аккумуляторный. И вам что-нибудь, интернет вам чем-нибудь поможет. Вот, так как я в сапогах, я очень хочу, вот это мне очень хотелось еще. Видите, у меня какая трава вот здесь. И я хотела просто покосить вокруг, что у меня получится. Чтобы он растение искать. Ну что, он даже с высокой травой справляется. Единственное, я понимаю о том, что у него просто зарядка быстрее закончится вот на такую большую траву. Но, в принципе, я думаю, что он справится и с большой травой. Отрезает нормально. Вот, видите, кусочек я прокосила. Но все-таки 2 килограмма девочки держать в одной руке и снимать мне немного мне проблематично. Так. Вот это вот видите? Вот это вот. Меня прям вот это вот, прям, ну, вот этот, она как осока, наверное, да? Она меня прям реально раздражает. Видите, что? Что получается? Все косится. Все прекрасно косится. И даже вот эта вот борода, вот эта вот страшная борода, вся срезается.
этим триммером. Вот чем он удобен, да? Ну, большой, наверное, не очень удобно. Газонокосилка, вот эти вот места косить, они, получается, заезжают на дорожки и тупится нож, да? Тупится, ломается. А, ну, и этот даже если сломается, я надеюсь, что запчасти можно приобрести. Видите, вот эта борода, она прям вот... Вот эта борода даже будет хорошо. Да, одной неудобно рукой косить. Вот. И вот. Развлекаюсь я с утра. Зарядка у меня такая. Ну, фактически, как с шваброй хожу, вот только по участку. Вот. Ну, надеюсь, что объяснила понятно. Поэтому, если у вас участок небольшой, и вам сильно некому помогать, да, и на коленках тоже не очень хочется лазить в силу возраста или вообще желания, то вот такую штучку купите, и будет и у вас и фитнес, и будете ходить, и аккуратненько все у вас будет, культур-мультур. Надеюсь, понятно объяснила, донесла. Ну что, дорогие мои, всех целую, обнимаю. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте. А пока.